Друзья, всем привет, всем привет, друзья. Вот, короче, хочу перекусить. Не знаю, что. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Есть чуть-чуть молока. Молочко. Так, что у нас тут? Суп гороховый. Суп не хочу. Я его уже ел. Здесь у нас огурцы. Короче, нет, нифига. Надо что-то готовить. Тут у нас тоже нифига нету. Мясо замороженное. Тоже надо готовить. Так, тут тоже пусто. Короче, нифига, друзья, есть нечего. Вот. Попью, в общем, молочко. Попью молоко. И вот с таким хлебом. Такой вот тостовый хлеб. Хлеб для тостов. Так. Давайте. Тут, правда, молока тоже мало, но... Ну ладно, сколько есть. Сколько есть, все мое. Друзья, Буся, замолчи. Замолчи, Буся. Тостовый хлеб. Я тебе дал хлебушек, Буся. Не сало есть. Блин, такая сегодня погода фиговая. Все небо заволокло тучами. Дождь идет целый день. Буся, замолчи. Видите, он такой сделан, еще треугольный почему-то. Не квадратники, да? Как обычно бывает такой хлеб тостовый, а он такой прямоугольный. Ой, прямоугольный, а это треугольный. Так, сейчас. Дай мне лапу куриную. Она любит лапу куриную. Пусть грызет. Пусть грызет лапки. Куриные лапки пусть грызет. На, Буся, грызи. Дай только поесть нормально.
Хлеб классно вкусный. Короче, надо готовить еду, нифига есть нету. Сходить, думаю, за яйцами, купить лоток яиц и пожарить яички. Это что-то, что-то хлеб с молоком, это я не наелся даже. Буська, 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 буська. Буся, буся, буся. В квартире холодно так вообще. Что-то камера как-то фигово снимает, как-то все расплывчато. Не расплывчато, а как будто как туман какой-то я смотрю. Резкость какая-то фиговая. Сейчас, друзья, наверное, пойду в магазин, куплю себе яйца, пожарю яичницу и разморожу мясо и буду готовить. Сижу тут в интернете. Ой, что вам еще рассказать? В общем, даже не знаю, ничего не идет в голову. С женой как-то был разговор там, ну, она была инициатором этого разговора о том, чтобы помириться. Но я вот в раздумье, что мне делать. Не знаю, как бы не хотелось опять на те же грабли наступать. Но и в то же время одиночество достало. Вообще одному быть, это фигово. И, короче, я, друзья, даже не знаю, что делать. Сейчас думаю, помирюсь с ней, а потом опять то же самое, опять скандалы, блин. Потом будет опять тот же итог, развод, разрыв. Не знаю даже. Не знаю, как правильно поступить. Ну а так тоже я себе никого не нашел. Живу один. Поэтому у меня такая дилемма. Помириться с бывшей женой или не мириться. Просто мы уже мирились с ней. У нас были такие ситуации раньше еще. Жили какое-то время вместе, а потом опять расставались. Не знаю, не хочется, чтобы опять проходить через все это, чтобы опять ситуация повторилась. В общем, буду думать, друзья. Ладно, друзья, сейчас, короче, пойду за продуктами, куплю еще продуктов, что-нибудь приготовлю и
Тогда, если приготовлю, буду снимать обжор для вас. Итак, еще пообщаемся с вами. Пообщаемся с вами немножко. Ну, друзья, подписывайтесь на канал. Всем буду очень рад. Всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Пока, друзья.